Саровское творческое объединение «Арт-Позитив» уже не первый год сотрудничает с художниками из Костромы. Несколько лет назад руководитель клуба Вера Язева ездила в Кострому на пленэры в рамках фестиваля графики, посвященного художнику Николаю Куприянову. Так и началась дружба с костромскими мастерами. В молодежном библиотечно-информационном центре открылась первая межрегиональная выставка работ саровских художников клуба «Арт-Позитив» и живописцев из Костромы. Выставка «Солнечный мост Саров-Кострома» готовилась 6 лет. Идея экспозиции проста. На картинах должен преобладать желтый цвет. Задача наша как раз и была поставлена такая, чтобы у нас не было осени. Потому что, когда мы говорим «желтый цвет», у нас стандартная реакция – это осень. И вот как раз мы хотели показать то, что не только осень может быть желтой, хотя осенние работы у нас присутствуют, причем не в очень большом количестве. И я хочу сказать, что у нас даже есть портреты. И они выполнены именно в такой гамме, и если вот их посмотреть, то вы действительно убедитесь, что они выполнены именно вот в этой желтой гамме. Идея выставки родилась в творческой среде коллектива саровских художников во время одного из пленэров. В клубе «Арт-Позитив» состоят люди, в большинстве своем не имеющие профессионального художественного образования, но это нисколько не мешает им творить. Посетители могут увидеть работы живописцев в самых разных техниках – от горячей эмали до традиционной китайской живописи. Масло, акварель, сухая масляная пастель и цветные карандаши. Многообразие художников обусловило и многогранность выставки. На вернисаже представлено около 150 картин 15 художников. Шестеро из них из Костромы. К сожалению, у меня таких полномочий нет, чтобы привезти сюда костромских художников. Хотелось бы, конечно, но, к сожалению, мы это пока сделать не можем. И вот здесь получилось таким образом, что я лично ездила в Кострому и собирала работы с наших друзей-художников из Костромы, сюда привозила. На торжественном открытии выставки присутствовали не только гости, но и сами художники. Председатель клуба наградил их грамотами и благодарственными письмами за творческую деятельность. А посетители могли расспросить творцов о любой картине. Выставка продлится до конца декабря. Вход бесплатный для лиц старше 6 лет. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.